В общем, познакомимся сейчас с ребятами, которые надвели ТикТок-движуху на весь Татарстан. Я с ними не знаком, меня в ТикТоке нет. Если удастся смотреть на эту социальную хайп-волну, то, ребят, извините, пожалуйста. ТикТок? Ток-тик, надо отвечать. Меня зовут Камила, мне 22 года, уже паспорт, поэтому у меня есть. И у меня 50 тысяч подписчиков в ТикТоке. Со скольки подписчиков берут замуж тиктокеры, тиктокерши? Со 100, наверное. А, да. Ничего себе, 30 тысяч. Надо дверь закрывать, тебя что, не учили? Ты же в порнухе с руками-базуками снимаешься. Да, это я. Люблю. Я только что этот покушал, ну, из душа только что вышел. Не расчесался, уж извините, для интервьюшки. Сразу видите, актер ест из пустого стакана. Сколько? 270 у тебя? Тысяч, да. Тысяч? Да. Сколько из них хотят тебя? Все локальные татары. 5-2 миллиона. Миллион, да. Со скольки лет ты крутишь? Я уже занимаюсь бизнесом 16 лет. Первый миллион заработал в 15 лет. У тебя, наверное, ООО «Бенджамин Баттон». Вы точно? Вы тиктокеры? Да. Чем докажешь? Краш, кринж. Доказано. Да. А где все тиктокеры? Вообще тиктокеры у нас пока все отдыхают, все в разных местах. Кто где, кто кушает, кто что. Вот, например, а чем нужно заниматься, чтобы тиктокер устал? Я не знаю, может, весь день снимать видео прям. Это $100. Да, это $100. Настоящие, конечно. Прямые, в трубочку не свернутые. Так, еще $100. Это чьи $100? А, это же не настоящие. Это его. Это же нож. Это твой нож. Поэтому у тебя так много $100. Саня, сколько подписчиков? Привет, у меня 110. Да. Сколько у тебя было девушек? Не знаю, много. Много тысяч? Много тысяч. Ка. Ребята, провокация. Я нашел книгу. А это обложка. Это обложка. Тут на самом деле 50 оттенков серого. Начнем с чего? Сейчас мы посмотрим самую красивую комнату, это комната девочек. Давайте покажем. Вау! Она красивая, потому что там нет девочек. Ха! Все, Леша, сколько подписчиков? 2 миллиона. А где предел? Предела нет, всегда нужно развиваться и добиваться больших высот. Мы ищем того, кто разбил Кадиллак, кто был за рулем. Давай показывай, кто... Стоп! Это ты я... был за рулем? Да. Бабушка. Бабушка. Угу. И бабушка, когда узнала, что ты его стукнул? Она не знает до сих пор. Она не знает. Ушел от административки к уголовке. Ты в курсе, да? Что? Ну... Скрыться с места преступления. Это... А, кто меня зовет? А, никто. А. Просто последите за эмоциями людей, которые смотрят, как снимаются тиктоки. Видите, сначала они смотрят, как снимаются тиктоки, потом они будут смотреть тиктоки. И вы смотрите, как снимается тикток, а потом как будут смотреть тиктоки. Что больше всего тебе нравится здесь? В Дастархаусе? В России. В России? Мне нравится Татарстан. Я учусь в Москве, и когда говорю, что я с Татарстана, все сразу такие... Татарка, да, все, клево. Тебе прям нравится Татарстан? Я это начала любить, то, что я именно татарка, именно в Москве. Слушай, а что, если бы не было ТикТока, чем бы ты занимался? Я бы, скорее всего, снимал видосики в Инстаграме. А почему ты не снимаешь видосики в Инстаграме? А я снимаю видосики в Инстаграме. То есть ты на все находишь время? Конечно. Покушать успеваешь? Конечно. Книжки почитать? Да. Слушай, а если разрешат у нас в стране сидеть в ТикТоке с 21, ты покинешь страну? Да, по-любому. И уедешь в Чувашию. Почему ты вот ходишь так? Потому что у тебя сколько подписчиков? Потому что у меня 74 тысячи подписчиков. Да я просто решил попробовать, и вот так получилось. В плохой компании попробовали или в хорошей? Тут ведь важно ведь начать правильно. Ну, я думаю, да вообще мне это сестренка показала. Ты готовишься стать ТикТок-мамой. Да. Ты вынашиваешь ТикТок. Почти. Кто там, мальчик, девочка или, да. или про бывшего? Там ТикТокерша растет. ТикТокерша растет? Маленькая совсем. Сколько она родится, сколько у нее будет сразу подписчиков? 1,3 миллиона точно. А где ты берешь, кстати, идеи для социальных роликов? В ТикТоке, у Дубулата. Идея ТикТоке — это вредная привычка?
Я думаю, полезным, потому что это помогает развиваться как умственно, так и в финансовом плане. Давай, 6 тысяч долларов плюс 5 миллионов рублей. Мне не остановить, я парень такой холостой. Главное, что не в холостой. Да, главное, чтобы не в холостой ходить. Сначала первое. Мне организаторы звонят, извините, пожалуйста. Давно он маму называет организатором? Давно, наверное, не знаю. А у него есть мама? Я думаю, он приемный. А кто в основном тебе лайкает? Меня в основном лайкают, не побоюсь этого слова, индусы, бразильцы, латинцы. Ну ты похож на человека, которого лайкнул индус. Спасибо, ты очень добрый. Бразилец. Я бразилец, на самом деле. Если вот, ну, твой ребенок начнет снимать тиктоки. А, прям внутри. Только пускай не щекотится мне там. Без вспышки. Как будет на татарском тюбетейка? Тюбетейк. Правильно, молодец. Теперь ты мне можешь слово задать. А, как будет по-татарски мочегонный? Не знаю. Полотенце. Полотенце. Нет, сельге. Сельге. Как будет по-татарски улыбка? Не знаю. Как будет татарски боль? Боль? Я не знаю. Как будет татарски увечья? Я не знаю. Как будет татарски смирение? А кто был в Кадиллаке в момент, когда вы вписались? И не вписались. Кто был? Поднимите руки. Поднимите, кто был в Кадиллаке. Поднимайте. Ты был за рулем, поэтому тебе и дали именную футболку, да? Ты заслужил. Как дела? Это новый Кадиллак. Как дела? Это новый Кадиллак. Как дела? Как дела? Как дела? Беларусь! Беларусь!